остановились перекурить. Всем привет! Прибыли обратно на Енисей за Харизом. Вот такое место. Ого! Вот сюда, Миша, можно проехать. Осень какая компания у нас, веселая. Еще не выпили, да? Еще не ездят. Саня, как тебе счет выпить? Чудить? Чудить или? Ты сам подумал, что ты сказал? Отчаливаем, да? Витя, ты насос собрал, да? Насос собрал? Да. А, прибыли. Сейчас будем рыбачить. Первые забросы. Первый заброс. Так. Ловись, рыбка большая, маленькая. Маленькая не ловись, большая ловись. Все, забрасываем. Хороший. О, блядь, ушел. А нет, сиди. Сиди. Сразу прям, блядь. Закинул. Есть. Первого заброса. Но это плохой пример, блядь. Да, Миш? Первого заброса это нельзя ловить. Что там за рыба? О! Хороший, да, Миш? Хороший, блядь, муха. Сюда. Вот такой. Сопля. Кровит. Все, Миша, есть? Ну, пойди, Миша. Ну, вот такой. Миша домой. О, ну тоже с почином, да, Миша? О, сам ушел, да? Второй заброс. Рыбалка уже удалась. О, Миша, смотри, опять ударил.
Хрена, только ты не опустил, он пар бьет, блядь. Вот это да. Вот это рыбалка. Только закинул, есть уже. Вторая поклевка. Такой же хайс, наверное. Да, такой же. Хорошенький. Вот это, да? В прошлый раз я начал долбить. Да? Да. Кому? О, такой же. Так ты говоришь, не все как у масленицы, да? Да. Так, ну-ка повторим. Есть. Я даже не упал, а дуду хватает. На. Все на соплю. У меня там две сопли, одна муха стоит. О, опять хватал. Опять бил. Что там такое? Вот это да, блядь. Вот это кабан, блядь, наверное. Ух ты, смотри, что делает, блядь. Ёб твой мать, что такое-то? Куда полёт-то, блядь? Ух ты, блядь, смотри. Ну-ка, засади мешком, блядь. Что такое, блядь? Не, подожди, дай я вытащу. Вот. Ну, эту сторону. Тянуть? Ага. Сейчас ушел. Блин, вот тут помой, тут еще моя. Ёб твою мать, что ты? А? Не знаю, что там такое. Ёбаный мой. Вытащите ему ногу. Что такое-то? Ух ты, блядь, выходит нахуй. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Ну-ну-ну, давай. Ну это точно что-то какое-то. Это таймень, наверное. Наверное. О. Вон он, смотри. Что такое? Таймень. Смотри, что делать. Снимаю. Блять, вот очка не взяли, ёбаный в рот. Да, блядь, жалко. Ладно, зато видели рыбу большую. А килограмм 6-то точно есть, да, Миша? Это надо. Да, хорошая рыбалка удалась. Руки, я думал, что такое, что за рыба там? Что за монстр Харрис такой, блин? Красавец. Красавец, да, красавец. О, бля, смотри, опять, Миша, таймень. Опять он вам схватил. Смотри, как бьет, блин. А ты не обнаглел. Два штуки там сидит. Таймень. Не, Харрис хороший. Я думал, таймень, бля. Вчера надо чуть-чуть подальше отойти. Харрис поклевывает. За таймени надо наловить. Таймень ушел. Как рыбок хороший вроде. Ну и хороший, наверное. А, муху оторвали, прикинь, Миша. Это дух удар был, блядь, смотри. Эту муху мы и оторвали. Бляха-муха. Жалко, муха.
Тайминская была. Вообще мелкий, да? Вообще. Не размер. Не едовой. Таймень, блядь, наверное. Который ушел, он ведет. Не крупный? Отпускной? Давай я его отпущу. Вот. Маленький. Блин, здесь что-то мелочевка, блин, там подальше крупнее, да, берет? Здесь что-то мушно, а нормальный, да, не сидит? А, не. Два. О, два. Дуплет. Дуплет. Опа. Вот, они бы крышем нажали. Да. Дупле. Поднимаемся? Да, поднимаемся. Чух. Таких мы не берем, космонавты, да, Миш? Мы не браконьеры. Мы не браконьеры. На еду хватает. Хороший, да? Ну, посмотри, сильный-то просто водил. О, дельфин-то хороший. О, молодец. Сопля. Здесь покупнее, да, Миш, там что-то мелочь будет. Какой? Кулон сзади, да. На воде-то он лучше будет, нас. А? Ты ушел, что ли? Так сильно, блин, это перепихался, а сейчас это слабенько. Ну, не слабенько, так все нормально. Погодка уходит. А-а-а, бляха, муха! Обидно, до слез. До слез обидно. Хороший был. Да не знаю, это размер или нет. Не выйди только. Так рыбы нету. А? Ну такой размер, да? Бьет как ненормально, да?
Когда-то один точно. Вот это да. Второй экземпляр. О, смотри, Миша. Ох, смотри. Хорошая селедка. Бля. Оторвись. О. Вот это кабанище. О, слушай, тут и хороший есть. Качка, блин. Он когда он ходил, когда он этим людоедом видел. Кто? Ну, Саня. Стали перекурить. Ушли за пороги. Попробовать здесь порыбачить. Что-то здесь не так уж. И хорошо. Типа Норильска такой, да? Красноярск. Вот у нас там такие города. Вот это он идет, да? Вон такой. На муху вас хватило, Миша. На муху, да, красно. Ну все, не я ударю, да, Миша? Я ударил. Ну и подожди, еще не вечер. Открывает купальный да. Сезон. Русский самоубийца. Да. Всего за 5 франков. Да. На Енисее. Да, да. Уже закрывать надо. О! Ой! Ныряй! Далеко не заплывай, блядь! Чё там, дно? Во! Там дно уже! Бодрит! Бодрит? Вообще пиздец! Ой, это только хорошо стало! Что вы не сеете? А ты воду доставался? Или что? Да, вот он здесь. Нет, что, может, поедем надо все разложить тут, короче, потому что солнце зайдет. Маленько, это извиня бы. Сейчас наоборот убирать. Блин, падает. Сейчас поедем на воде, махом от этого. А, ой, эти прикольные. Больше не будут. Да, вынеси, вынеси. И ушли вниз, нахуй. А я поднимаю, да, только кидай есть, кидай есть, кидай есть, блядь. Ну вот это вот там. Рыбалка, да? Если у нас, ну. Ну, конечно. Yeah.
крокодила тащу, блядь. Что-то стало милое, да, братья? Крупно все выловили, что ли? Мужики урыбатились. Так, приплыли с рыбалки. Что-то харюс плохо клюет. Ну как, клюет, теребит, но это мелочь, наверное. Мелкого очень много. Уже не снимаю так. Сейчас, может, вечерком еще выйдем. Половим, да, Миш? Может, вечером будет. С утра вот крупненький поклевал. И все, сейчас мелочь одна клюет. Уже и мухи меняли. Что-то ему не нравится. Что-то ему не нравится, но теребит, теребит, а брать сейчас не берет. Так, сейчас отдохнем и вечер. На закат. Да, Миш, на закат может будет поклевывать. Те отдыхают, все отдыхают. Жара. Мы тоже отдыхаем. Черный какой-то, да, Миша? Ага. Называют почему-то ангарский. Ангарский? Иди отдыхай, да? Ты куда сливаешься? Да, или все хода? Жарить нахрен не будем сегодня, никуда, да? Я уже, блядь, спать. У нас утро, 5 часов, рассвет такой. Готовим завтрак, как обычно, помидоры и яйца. Да, Миш? Да. О, хорошо. Так, ты сейчас позавтракаем и попрыгем. Маша городских, да, Миш? Как начнёт харю слоиться. Куда складывать будем? Куда складывать будем, да.
Вчера что-то плоховато было. Но все равно маленько поймали, да? Да. Люди собираются на вчера. Лодки готовят. Как спалось там? Уже видишь, вроде. Солнце, оно уже как сало. Встал, пошел, да, опять его. А мне что-то и даже туалет не охота был вставать. Второй день рыбалки, поперли ловить. Сейчас так начнем. Одним за одним, да, Миша? Не берем мы, да, Миша? Космонавтик или будем брать? Птички поют, да, Миша? Класс, да. Плывем, блин. Да, что-то и утром плоховато. Проходка пустая. Какой-то достойный или недостойный. Не, такой же. А не, размерчик. Ага. Да, одна внизу. Другая наверху. Кабаны. Это таймей. Второй. А, все, ушел. Блин, что такое, да? Нет, бесит уже. Мелочь ловится, блин. Скрупы сходит, блин, да, вижу. Ну, мелочь. А у тебя? А, штука. Да. Че? Ну я Мишу вытаскиваю, подожди. А тоже мелкий. Сошел? Сошел. Хорошего? Да. Что такие мелочевка, да? Да. Засыплять. Все, короче,
мы нарыбатились, домой едем. Этого утром должно хорошо брать было, не берет. Такая же, как вчера. Все, всем пока, едем домой. До следующих рыбалочек. Следующая рыбалочка, не знаю, где будет. Ну, маленько поймали, и то хорошо. Все, домой. Домой едем.